Когда химия не во вред, а на здоровье. В Алтайском крае восстанавливают леса с помощью гербицидов. Так, в Залесовском лесничестве высокий и плотный травостой Соларисской тайги не позволяет лесным культурам развиваться. Высаженные в ходе лесовосстановительных работ сеянцы погибают, не выдерживая конкуренции на травянистых участках леса. Убрать сорняки агротехническими способами не получается, поэтому лесоводы решили использовать гербициды для подавления лишней растительности. Эксперимент провели месяц назад на территории Каменского лесодеревоперерабатывающего комбината. Химикатами обработали участок площадью 30 гектаров и получили хороший результат. 70% лишней растительности усохло. Теперь в течение 2 лет арендаторы будут наблюдать за этими участками, чтобы рассчитать экономическую эффективность такого химического вида ухода за лесными культурами.